Всем привет, друзья! Меня зовут Давид, и вы находитесь на YouTube-канале ArtStyle. Я с огромным интересом следил за утечками, следил за тем, когда же появится Samsung Galaxy S10, но, конечно, приберег для вас свое личное мнение и первое впечатление об этой новинке. Все мы знаем, что десятка — это юбилейная дата. У меня вот лежит передо мной Galaxy S10+. Plus. Я сейчас поделюсь своими первыми впечатлениями. Я не смотрел ни одного видеообзора, я не читал никакой информации. Единственное, я посетил официальный сайт Samsung, чтобы проверить информацию о том, какие версии, какие экраны. Но сейчас поговорим именно о десяточке с версией Plus, батарейки 4100 мА, что реально круто. Несколько фишек я проверю прямо сейчас, например, как с его помощью можно зарядить другое устройство. Вообще на него посмотрим, поэтому приятного просмотра. Поехали! Знаете, первое впечатление, вот держу его в руках, я, это первое мое впечатление. Я до этого, конечно, вытаскивал, но пленки вот сейчас снял. Я вижу, что телефон очень сильно отличается от девятки. Очень сильно, ну или в данном случае от девятки плюс. Вот они переработали не то, что все, но очень-очень многое. Если сзади мы еще что-то знакомое видим, надпись, логотип Samsung, блок камер, и вот спереди рамочки стали действительно очень сильно меньше. Вырез, вот первое впечатление, не первое, не вырез, а вот эти отверстия под фронтальные камеры в экране, я попользуюсь им, конечно, еще расскажу свое мнение, но по первому впечатлению это намного лучше, чем дурацкие моноброви. Уж не, не обижайтесь, кто их любит. Я их всегда критиковал, мне не нравилось, что часть экрана съедается. Здесь же более разумно, потому что эта часть, она меньше всего затрагивается. Но потестирую, расскажу. Это намного лучше моноброви. Здесь вот действительно тот вариант, когда камеры куда-то ставить нужно. Рамочки очень тоненькие, разумеется, этот дисплей изогнут, и у меня есть опыт использования таких экранов, могу сказать, что ложных нажатий не было, и на этом, я думаю, тоже не будет. В руке держу и чувство чего-то такого технологичного присутствует, оно однозначно есть, как будто я держу в руке огромнейший экран. Иконки. Я сразу обращаю внимание, я вижу, что иконки стали другие, они стали больше. Здесь теперь своя оболочка другая используется. Samsung периодически ее меняет, если мы посмотрим состояние телефона. Теперь называется она One UI, версия 1.1, Android 9, но ну, до десятки обязательно обновляться будет. Ребят, ну первое впечатление, я вот смотрю, меню приложения опять же есть, Samsung в этом плане красавчики, разъем для наушников есть, но ну, давайте пока телефон в восторге его в восторге о нем пока отложим, посмотрим, что в комплекте. Что хочется сказать, что теперь немножко по-другому комплект выглядит. Сверху, когда мы вытаскиваем коробку, есть такой язычок, за который мы поднимаем, и здесь у нас будет инструкция. Основной комплект это, конечно же, быстрая зарядка. Здесь не только быстрая проводная, но и быстрая беспроводная зарядка. Конечно же, есть переходник с телефона на обычный USB, вы можете использовать его, ну, как компьютер, подключили флешку сюда или другое устройство. И, конечно, через него можно перенести другие данные с другого телефона. Хорошая штука, полезная. И, опять же, Samsung большие молодцы, они положили сюда наушники. Это кабель USB Type-C, наушники от компании КГ. По опыту знаю, что в прошлых поколениях были наушники достаточно неплохие. Послушаю, расскажу чуть позже, как звучат эти, ну, браво, Samsung. Хорошо, что они не отказываются от разъема 3,5 мм, лишним он точно не будет, хотя я сам слушаю основную сейчас музыку без проводов. Ну, комплект откладываем в сторону, комплект неплохой. Вот эту фишку я пока нигде не видел. Эта фишка называется, она по-русски, это обратная зарядка. Мы включаем ее в шторки уведомлений. Сделано это в первую очередь, конечно, чтобы заряжать свои же наушники от Samsung. Но можно зарядить другой телефон. Я такого не видел. Беспроводная обратная зарядка. Итак, мы ее включили, берем другой телефон, который обладает возможностью беспроводной зарядки и прислоняем его к Самсунгу. И пожалуйста, это реально круто. Притом при батарейке 4100 зарядить наушники можно без вреда для аккумулятора. Это реально круто. Молодцы, что тут сказать. Все, она отключается. Отмена. На этой модели это версия Galaxy S10+, Plus, при том версия у меня, которая с 8 гигабайтами оперативки и 128 гигабайт встроенной. Есть версия еще аж с 12 гигабайтами оперативки, но ну, говорим об этой. Фронтальных камеры две. Три основных камеры. Обычная, широкоугольная, очень широкоугольная. Я ее потестирую, обязательно расскажу свои впечатления. И телевик, так называемый, оптическое приближение. Фронтальных камер здесь две. И смотрите, когда мы включаем фронтальную камеру, очень прикольно сделано. Вокруг них небольшая такая полосочка, э, строка бежит. Это действительно прикольно. Опять же, нужно все тестировать. Я отмечу как видеоблогер то, что именно мне хочется потестировать видеозапись с этих камер, с фронтальных действительно как получится очень интересно посмотреть вот по опыту знаю что Samsung пишут всегда хорошо что на фронтальную что на основную в этом плане они конечно большие молодцы всегда были этот телефон думаю тоже еще удивит посмотрим потестируем сверху у нас разъем под либо две сим карты либо вместо второй можно карту памяти поставить кнопка Bixby теперь эту кнопку можно будет в настройках поменять на другую если вам понадобится вдруг появился ультразвуковой сканер, прямо в экран теперь встроенный. Плюс можно разблокировать по старинке, то есть либо с фронтальных камер разблокировка лицом, либо пин-кодами. Там, ну, Мне кажется, большинство людей будут пользоваться именно сканером, оптическим сканером, который присутствует в экране. Разумеется, сохранена водозащита IP68. С телефоном можно пойти купаться, положить его на песок, на пляж. Разумеется, сохранен стереоэффект, разъем USB Type-C, разъем для наушников. Звучать должен прекрасно. Опять же, послушаю все, расскажу. Ну и самое главное, что мне хочется о нем сказать, это все-таки по сравнению с девяткой они смогли сделать шаг вперед. И по внешнему виду, и кроме внешнего вида обновили свою оболочку. Мне, например, большие ярлыки действительно нравятся. Они не стали делать этот уродский вырез. Это, опять же, отдельный плюсик в карму от меня производителя. Они оставили, оставили даже разъем для наушников для тех, кому это важно. Здесь есть быстрая беспроводная зарядка, разумеется. Здесь есть все. Ребята, Горилла Глаз 6 задняя спинка, Горилла Глаз 5 передняя спинка. То есть все, что нужно. Кваты HD-разрешение, куча разных настроек. Осталось просто вам немножко подождать, когда я сделаю полноценный обзор этого телефона. Я обязательно с ним похожу, расскажу свои впечатления и поделюсь с вами своим мнением. Ладно, получается у нас э, интересный, один из самых интересных смартфонов наверняка 2019 года. По нему сейчас большой ажиотаж я вижу, я знаю, и Samsung лично меня тоже смог удивить. Повторюсь, мне понравилось, что они не только внешний вид сделали, очень ощущение, что ты держишь огромный дисплей в руках, не стали внедрять какие-то спорные, на мой взгляд, или откровенно раздражающие фишки, типа вот моноброви, сделали свой ход какой-то, не стали его сильно вытягивать, потому что 18 на 9 то, что нужно, выше уже совсем много. Сделали, оставили узнаваемый дизайн, никаких тебе огромных выпирающих камер, никаких монобровей, разъем для наушников. Все есть вообще, там, горело глаз шестой. Все, что должно быть в телефоне новейшем, новом флагмане, здесь присутствует. Поэтому я его тщательно протестирую, поставлю тяжелые игрушки, запишу кучу разных фотографий с него, видеофайлов. Я обо всем вам расскажу в полном обзоре. Но пока то, что я вижу, очень интересно. Samsung большие молодцы. На этом у меня все. Как всегда желаю, будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны. Данных выпусков. С уважением ко всем, Давид. Счастливо. E